Все. Катя пошла мерить свое первое платье. Это первое. Вау. Ну как? Поворачивайся. Подожди, подожди медленно, потому что я по телефону не рассматриваю все. Это второе. Ну, в смысле, второе, которое мы будем мерить, но последнее из тех, которые мы выбирали предварительно. Еще не законченный вариант. Вот. Снимаем я в зеркало. Но пока мне это очень нравится. Это очень мне нравится очень. Если я пойду с другой стороны, очень длинный шлейф. Да, оно белое. Оно с маленькими такими нежными пайеточками. Ты будешь в нем как кукла прям. A ver qué tal te ves. Vale, Caterina. Ah, aquí estamos, venga. Puedes pasar. Este es muy bestia, ¿eh? Este es muy bestia. Este es muy bestia. Está muy probado, ¿de acuerdo? Este necesita punto de guía. Pero quedaría. Cinturón más bonito. Sí, sí, es Swarovski, sí, es Swarovski, sí, es Swarovski, no falla. O sea, los brillos de Swarovski no fallan, es que son brutales. Sí. Вверх мне нравится здесь. Мне нравится то, что предыдущее, да? То фатиновое, там очень много слоев фатина. А здесь получается атлас и фатин. Сейчас мне еще ремешок сюда принесет.
Последнее платье я мерила вот это. Оно кремовое, но оно очень крутое. И да, и вот я буду думать, потому что, если честно, я даже не знаю, что делать. Они все очень красивые. Ребят, я сегодня еще не включалась в камеру, еще не здоровалась с вами, так что всем привет. Всем привет. Вот, как вы уже поняли, мы сходили, померили в один салон 5 платьев, и 2 из них мне очень понравились, но у меня не возникло такого ощущения, что да, это мое платье, я его хочу, и его хочу купить, знаете. Поэтому я записалась еще в один салон, в другой, в 7 часов вечера. Так что мы скоро все вместе уже поедем, потому что это находится в Барселоне, и Ваня поедет с нами, но он не хочет идти именно смотреть, как я буду мерить. Нет. Да, вот это такие вот Ванины. Я учу уроки, пока тут Катя развлекается. Угу. Просто Надя тоже развлекается, она уже отучилась, и у нее каникулы, и Катя тоже платье ходит, смотрит. А мне тут нужно, хотя ей тоже нужно учить, ну, ладно. Ой, если бы не урок, я... Ой, да, но если честно, я плюс-минус знаю, какое я хочу платье, но здесь в Испании таких платьев я еще пока не встретила. Именно хотя бы, ну, чуть-чуть приближенные есть, а так... Нету, есть другие модели. Сразу хочу вас опередить по поводу того, чтобы заказать платье там с России или с Украины, что вроде как у вас дешевле. Дело в том, что заказывать платье, да, можно, конечно, отмерить себя, отослать в Россию, но я боюсь, что будут очень, опять же, серьезно эти... с растаможкой и так далее, да, если вот спросить, потому что у нас сейчас это очень строго все это сделали, и, в общем, не хочется, если честно, заморачиваться, и оно того не стоит. Получается, смотрите, у нас что делают? У нас налог за растаможку берут 50% от стоимости продукта, который ты купил. То есть, если платье, ну, не платье, а давайте возьмем, если, допустим, закажем что-то там за 200 евро, то 100 евро нам еще нужно будет здесь оплатить в Испании. То есть выходит там в сумме 300 евро обошлось там нам что-либо, да, это я так, к примеру. Вот, поэтому платье ищем, будем искать здесь. На самом деле ощущения такие непередаваемые. Но я думала, я всегда себе это представляла, этот день, и я думала, что эмоции будут намного ярче. Да? Да, но... Но на самом деле это не так. Всегда, когда о чем-то мечтаешь, потом наступает, нет той эйфории, которую ты думаешь. Реально, вот нет этой эйфории, правильно это слово ты подобрал. И это как-то, не знаю, как-то... Но я не знаю, мне, наверное, будет сложно найти платье то самое. Не знаю, посмотрим. Но вот, как только Ваня все сдаст экзамены, мы поедем выбирать Ване костюм. Это будет очень быстро. У меня нет того самого платья, поэтому... У тебя будет тот самый костюм. Поэтому это будет очень быстро. В первом же магазине. Первый же попавшийся. Ну да, нет. Который будет более-менее на мне нормально сидеть, и все. Нет. Нет? Нет. Ну, посмотрим. Так что... Насколько мне хватит. Я не люблю по магазинам ходить. Особенно по вещам, там где вещи. Ну, Зая, ну это же совершенно другое. Это платье, это костюм, ну, это тем более свадьба. Мне нельзя смотреть. Ты должна все сама решить. Но костюм-то я не должна сама решать. Ну, костюм нет, ну. Ну, платье, да. Костюм речи не идет. Хотя, если бы можно было бы... Нет, все-таки я должен видеть костюм, потому что Катя мне хотела там один... В один нарядить. Но нет, ты его померяешь, если он тебе подойдет. Ну я же говорю, подойдет, если я его не померю, то вообще будет жесть. Ну мне кажется, то, что ты хочешь, чтобы я одел, тебе надел, мне кажется, он не подойдет. Ну мне так кажется, не знаю. Посмотрим. Если будет такой, я померю, конечно. Да, но мы пока не будем говорить, что я хочу. Вот. А я пока ничего не хочу. Не знаю, какой я хочу костюм. Mm-hmm. Просто строгий какой-нибудь. Черного цвета? Наверное. Ладно. Не, малиновый.
Малиновый. Блестящий. Ага, зеленый. Латекс. В общем, ребят, такой вот у нас. Я придумал. Да. Хамелеон, чтобы он переливался. Угу. Будет классно. Будешь самым красивым женихом. Обязательно. Это прям меня характеризует. Угу. Вот, так что, ребята, сегодня будет такой свадебный влог с примеркой платьев. Но я уже жду 7 часов, чтобы поехать и еще померить. Так, мы пришли в другой салон, но этот салон покрасивее. Смотрите, как здесь круто все и много разных платьев. Здесь столько платьев, и они все такие красивые. Мама, смотри, а как тебе вот это? Ты его не заказывала? Не знаю, но она очень красивая, вот это, без всяких там блесточек и так далее. Тоже красивые все платья. Ну, нет, это... оно с рукавами, кстати, ага. Вот это. Это первое, то, что мы будем мерить. Кате нужно похудеть. Где? Вот здесь. Я могу показать, где сейчас. Всем. Здесь также фата. Ну-ка, сейчас. А, здесь есть, вот можно подбирать. Пояса. Да. Что ты хочешь там босиком? Он быстро сошел. Шторки закрылись. Катя пошла одевать первое платье. Мы думали, это будет это, но она принесла другое. Вау! Да. Ну что? Да, это красотка. А я как красиво. Си, си. Ты снимаешь, мама? Снимаю, снимаю. Ксюш, возьми у меня в телефоне камеру. У тебя заблокирован телефон. А, так подойди, я разблокирую. Ну, что скажете? Очень красиво. Очень красиво. Сейчас посмотрим. Here in the sun.
Но podemos decirnos bonito, pero близкие, там мама, тетя, папа на тебя смотрят и говорят, красиво, некрасиво. И вообще, это ощущение непередаваемое, и я хочу, чтобы каждая из вас ощутила, испытала эти эмоции, потому что на самом деле без примерки платья это ты даже не невеста. Вот сейчас, после того, как я примерила платье, почувствовала себя невестой от и до, на самом деле. До этого такого ощущения не было. Даже если там свадьбу не планируете делать, то... Платье обязательно, даже просто сходите и померите платье. Обязательно. Это... Я просто... Меня такое... Так переполняет эмоции, я не знаю, как я сегодня усну, если честно, потому что у меня в голове очень много воспоминаний, мыслей, эмоций, и рассуждений, и вообще это что-то нечто, на самом деле, я не ожидала. От первый раз, вот этот первый салон, в котором мы ходили, я не ощутила этих эмоций, точнее ощутила, но не настолько ярко, вот, но когда мы... В этот же день, получается, мы поехали сразу же во второй салон, вот там меня вот накрыло, да, реально накрыло, да, была, и это было здорово, это было классно, и, ой, да. Сейчас мы едем домой, будем что-нибудь ужинать и будем смотреть «Холостяка», сегодня же последний, что такое? Сегодня же последняя серия, последний выпуск, нужно обязательно посмотреть, и потом, я думаю, сегодня полночи я буду штудировать, учить, завтра учить, а в понедельник учить, и потом я еще поеду, мне там нужно уточнить у учителей кое-какие моменты, и потом еще экзамен, и все! И на море. На море? Потом. Да, потом на море. Ладно, все, мы уже почти приехали. Мы уже голодные. Мы очень хотим кушать. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень.